капотом. А, нужно зеркало поставить. Наверное. Мечтала быть светской львицей, играла в куклы, у которых якобы были машины, дома, шикарная одежда. И вторая мечта — мечтала спасать бомжей, отмывать, открывать им глаза на прекрасный мир. Вот, к сожалению, не написали, кем же вы стали в итоге. Спасательницей бомжей или все-таки светской львицей? Добрый вечер, Антон, Елена. Я мечтала...